Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info, а перед нами Samsung Galaxy Tab S2. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять обои на данном устройстве. Для этого нам нужно зажать наш палец там, где нету никаких приложений, то бишь в свободном месте, и выбираем снизу пункт «Обои». Здесь в пункте «Обои» мы видим, во-первых, 6 вариантов обоев по умолчанию, можем выбрать любую из картинку, или нажав на кнопочку из галереи, выбираем, куда мы хотим установить картинку, например, на главный экран, и выбираем любую фотографию из галереи. У меня что-то черное, давайте я выберу вот такую вот картинку, нажимаем «Разреши», и нажимаем «Установить как обои». Теперь я установил себе полностью такие темные обои, а давайте теперь установлю обратно какую-то картинку. Для этого я зажимаю опять экран, выбираю обои, нажму вот первые обои по умолчанию, поставлю их везде. «Установить как обои». И на этом все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего доброго. До свидания.